Всем привет! Вы на канале Dash Novel Channel. Правда, зайка? У зайчики вон такой красивый. Красивая у него такая пижамка. Мама, это мисс София. И сегодня Макс бывает. Щенячий патруль. Даша себя называет маленькой мисс Софией. Она смотрела недавно такой канал. Ей очень понравилось. Да, зайка? И поэтому она себя называет Софиюшкой. Ну, будем называть ее пока Софиюшкой, да? Такой классный набор щенячьего патруля. Здесь райдер. Наконец-то он у нас появился. У нас его не было. Самолет с вертушками. И значок щенячьего патруля. Лапка. С обратной стороны на коробке нарисован большой самолет, в который может поместиться щенок из щенячьего патруля. Но у нас не такой большой самолет, и он у нас не открывается. Держи, открывай. Ой. Упс. Еще Даша хочет показать вот такие карточки щенячьего патруля. Вот такой классный сундучок мы потом откроем и покажем. Ну-ка. Классный. Достается? Помочь? А то сейчас без руки останется еще. Давайте вот помогу. Сейчас мы вот так покажем еще. Вот они какие тут клевенькие. Ну, смотри, самолет уже выпал. Держи. Пожалуйста, сейчас покажу. Вот такой райдер там попался. Очень классный. Очень-очень на себя похож. Прям класс. И курточка такая. И штанишки, и ботиночки, и прическа, самое главное, такая мазничая. Ручки у него шевелятся. Самолет по тебе катается? Да. Держи райдера. Ай, что же у нас сегодня все с тобой падает? Держи. Давай я покажу самолетик. Вот здесь знаки щенячьего патруля. И вот он на колесиках может ездить. Очень здорово. И вот эти вертушечки у него крутятся. Класс. Супер. Жалко, кабина вот не открывается, но у нас маленький. Мы видели с Дашей большой самолет, там все открывается. Но, конечно, он очень-очень большой. У нас маленький. Вот с ручкой можно так держать и катать по полу. Еще там шел вот такой значок щенячьего патруля. Очень красивый. Его можно одевать на одежду. Он вот так вот снимается. И можно крепить на одежду. Да, там рыбопёс и райдер на коробке. Да, настоящий. Давай я тебе пристегну. Вот такой классный значок щенячьего патруля у Даши. Покажи. Вот так вот сделай. Покажи, что у тебя есть значок. Вот, да. Можно теперь бегать и играть. И говорить, я из команды щенячьего патруля. Да? А теперь давай покажем, какие карточки идут у нас в чемоданчике. А я потом вам бегаю. Открывай. Как же он открывается-то, этот сундучок? В нем ведь можете что-нибудь носить, да? Использовать как такую сумочку, да? Чтобы туда положить и носить, допустим, игрушки. И щенячьего патруля. Вон, у него же замочек. Да. Поднимай вверх. Вот. Отлично. Открылся. Открывай. Вон там сколько карточек. Это сундучок, такой игра. Тут карточки одинаковые. Не все, ну там большинство карточек одинаковые, их переворачиваешь и играешь на развитие памяти. То есть там. О! Даша уже туда значок Эверест спрятала.
Кстати, да, удобно хранить там значки. И вот какая куча карточек. Вот, например, там идет гонщик. Эверест, Скай, Маршал, Зума. Вот еще. Рокки на своей машине. Такой Рокки. Маршал. Куча-куча разных карточек. Эверест. Класс. Отлично. Всем привет! Привет, щенята! Я вернулся! Я прилетел вот на таком вертолете, представляете? А что? Не открывается? Он, нет, он не открывается. Я на него вот так сажусь, так. Как я давно тебя не видел. Привет, Скай. Что у вас интересного произошло? Вы кого-нибудь спасали? Нет. Никого не спасали? Как же так, щенята? А мы ушли. А мы ушел. А я упал. А мы его сейчас спас. Вот это один Маршал. Ты всех спас, Маршал, я знал, ты самый любимый пес. Нет, вы все мои самые любимые. Классно, ребята, я очень рад, что вы все в команде. Но нам не хватает... Кого нам не хватает, ребята? Еще Гаса. Кто-то его называет. Мы знаем, что нам не хватает еще одного щенка. Он живет где-то в джунглях. А второй кто? Да, еще, точно, еще нам не хватает щенка супергероя. Да, это большой паук. Как оно там начинается-то? Эта беда случилась, не плачь и не грусти. Райдер и его щенки спешат тебя спасти. Маршал, Крепыш, Гонщик, Зума, Скай уже в пути. Ура, ребята, вы рады меня видеть? Теперь я вам буду раздавать задания. Теперь мы будем спасать всех. Начнем со спасения Цыпалетты. Маленький ты мой щеночек. Ну что ж, скажем, ребята, всем пока-пока. Да, я буду летать. Подписывайтесь. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Мы вас ждем. Ура!